Значит, для опыта небольшого. Нет у меня термометра нормального. Китайцы кинули с инфракрасным. Пока торгуемся. Значит, есть у меня такой термометр комнатный с датчиком. Датчик я вон на провод с лентой. Значит, вот это входная. Да? Ну, понятно, что здесь на вход идет провод. Шланг, и он лежит на солнце у меня. Естественно, заходит вот такая вода, 29,9 градусов. Так, вот у меня идет выход. И тупо пистолет включен. Ну, примерно вот такой напор. Вода здесь, конечно, гораздо горячее. Вот. Выходную мы пока не меряем. Сейчас прикинем, сколько на входе у нас. Потому что вода заходит теплая. Вот. Значит, повернул панель на солнце. 33 градуса. Увеличил напор немножко. Конечно, все равно маленький, но... Значит, на выходе 33. Сейчас вход подключу. Значит, что имеем на входе? 26,8, 27. Значит, крутил и вертел. Ай, натворил уже, сам запутался где тут что. Значит, вот это у меня идет вход с бассейна, обогрев. Насос стандартный. Сделал здесь защелку внутрь, посадил. И пошел шланг. Подача. Вот она пошла, подача. Входит на улитку. Улитка вход. Там через двойничок на вторую улитку. И вот здесь у меня выход пошел. Вот он, я его шевелю. Пошел выход, и он уже в бассейн. Ну, пока предварительный опыт, сейчас прокачаю систему, посмотрю, что с этого вышло, стоит оно того или нет, сам не знаю. Значит, система прокачана, повторяться не буду. Есть такой шланг, он заходит в бассейн, насос работает через улиточку. Вот выходит вода, напор не ахти. Думал, ломал голову, как измерить температуру. Ничего не придумал, кроме как это такое вот двухлитровое ведерко. Ну и наливать его туда. И замерить, значит, температуру на выходе, на входе. Как бы больше ничего не придумал. Значит, наливаем 2 литра ведро. Поток, конечно, не очень, но этот насос больше не дает. Значит, наливаем, меряем температуру в ведерке на выходе. Сейчас ждем, когда она наполнится. Льем до полного, смотрим, что там с температурой у нас. Ну вот, и за одно время можно засечь, сколько 2 литра прогоняет. Так, ну будем считать, что 2 литра. Скидываем. Ставим сюда. Я теперь все им щупаю. Активируем. Значит, вот на солнце трава 26 градусов. Вода на выходе 43. Видно, не видно. Сейчас еще перезагружу. Меряем температуру на выходе. 42. Чуть-чуть падает. Остывает, что ли? Ну, давайте зафиксируем. 41. Ну, остывает вода, да? Видно. Так, выливаем воду вон. Сейчас меряем на входе, сколько у нас водичка. Здесь у нас заборник. Оба. Значит, та же самая травка у нас уже тут. Вот, 23. Тут вода, видимо, разлита. 32 до сих пор держится. И сколько здесь? 22 градуса. Ну, пускай 21,6. 21,5 будем считать. Она, кстати, остывает почти мгновенно. Ветер дует. Получилась какая-то уж больно крутая разбежка. Я решил еще раз перемерить. Значит, еще один тест.
значит, набираю на входе литр, ставим в тенек, меряем, замеряем. Будем считать 27. Сливаем. Блин, не приловчился я тут одной рукой пока. Сейчас. Оп. Пошел набор. Так. Сейчас она немножко обсядет. Перехвачу телефон. Оп. Есть. Сейчас узнаем правду. Так, литр есть. Тенек. И замер. И вот нифиговый плюс по температуре. Остывает вода. Мы будем считать 3-4,5. То есть разница ощутимая, согласитесь. Ну и самая главная фишка этого опыта, это то, что тратится всего 40 ватт для работы насоса циркуляционного. Остальное все дает солнце. Вот так вот, есть над чем подумать. Получится ли такое каким-нибудь теном, я очень сильно сомневаюсь.